Привет, моделисты и моделистки. Надеюсь, у вас, ребят, все ништяк. На примере Tengen я расскажу, как мы с ними работаем. В основном это также со всеми компаниями, но есть разные отличия. Tengen небольшая компания. Из-за этого у них нет огромных таких как ритейлеров, как Walters. По-моему, они даже не имеют дела с ними. У них маленькие ритейлеры, интернет-магазины и такие, как мы. Мы давно их знаем, с 2008 года, когда они только начинали. Так вот, в день релиза Роб пишет письмо всем нашим постоянным покупателям и говорит: «Ребята, просыпаемся, и в течение недели пишите мне, ему имеется в виду, что вы хотите заказать, потому что этот товар делается один раз, и, может быть, будет выпущены другие через несколько лет». То есть все продается, как говорится, в базар, семечки в базарный день. Вот. Моя жена полностью вовлечена в бизнес. То есть когда вот здесь пришло 102 модели, она рассортировывает их по вот этим стопкам. Каждая стопка разный номер. Смотрите, как много Illinois Central. Всем нашим покупателям. То есть половину, наверное, заберет Роб, половину мы отправим по почте. Здесь еще есть какие-то хопперы, но это, наверное, добавок для от старых заказов. То есть практически это все распродается. По каким-то причинам люди не могут выкупить. Мы не очень волнуемся, конечно, из-за этого. Это потому что моментально это все продастся. Вот такая структура. Теперь выбирайте, какой сделать обзор вот на эту, на этот хоппер, так, на этот Illinois Central GT. Я сделаю на один 100%, ребят. А будет время, сделаю на остальные. Но к тому, что пишите тоже быстрее, потому что сегодня уже начнется упаковка и отправка. Всего наилучшего вам и успехов. Давай!